Вот, у меня, короче, есть 4 такие емкости. Аквариума, точнее. У них длина 2.40. Тут двойное остекление. Внутреннее стекло 10-миллиметровое такое бронированное. Снаружи поточь. Ну, это, видимо, для этого теплоизоляции. Дальше вот есть такие вот выемки у них. Куда можно вставить полиэтилен. И еще вот 2 таких вот есть аквариума. Тут видно, что тут стекло потоньше, внутри стекло потолще. А у этих длина 2 метра получается. 2 метра. А эти 2,5. Высота у них здесь 90 сантиметров, здесь 60 сантиметров. Только все, что могу сказать, на нем у меня вот хранятся, могу разобрать их, они сейчас используются как складское оборудование. Мы оттуда можем все это выкинуть, помыть их, в порядок привести. Единственное, что я за герметику тут немножко не могу отвечать, если их наполнить водой, то могут просто потечь. Но если необходимость есть, я могу наполнить их и герметизировать. А так вот они вот здесь стоят, их можно забрать в любой день. Я в Краснознаменске сейчас нахожусь.